Короче, друзья, шел тут мимо болота. Смотрю, что такое на солнце отсвечивает. Блестит. Думаю, что это такое, зайду посмотрю. Вроде банка алюминиевая. Ребята, я уже положил на место, посмотрел. Смотрите, в чем прикол. Меня заинтересовало, что она какая-то вздутая. Ребят, смотрите. Вы только посмотрите. Обалдеть. Она целая. Она реально целая. Ребята, запечатанная и вздулась от времени. То есть внутри пошел какой-то происходить процесс брожения, она из-за этого вздулась. Но самое удивительное, это какой стоит на ней год. 15-12-89 года, ребята. 89-й год, вы представляете, целая скумбрия. Там что-то по-любому есть, вот чувствуется. Ребята, вот это будет сейчас интересно. Короче, получается, что какой-то советский сюрстрёминг. Сейчас будем открывать и пробовать. Так, ну что, друзья, давайте сейчас попробуем вскрыть нашу консерву 80-х годов выпуска СССР. Вскрываем, что там тянуть. Полностью запечатанное, что-то в ней 100% есть. Сейчас посмотрим. Блин, такая вонища, что просто не объяснить. Набирай побольше воздуха. Я облил свой этот самый. Ё-моё, я облил. Полнейшая жесть, меня реально вытошнило. От запаха и от этого вида. Бля, такой гадости я еще в жизни не видел. Фу, бля. Oh.